Билеты на этап Гран-при Формулы-1, который пройдет в Баку с 23 по 25 июня, уже приобрели болельщики из 57 стран. Об этом на брифинге, посвященном Гран-при Азербайджана Формулы-1, рассказала маркетинг-директор Баку Сити Circuit Нигяр Арпадараи. Она отметила, что в последнее время наблюдается большой спрос на покупку билетов со стороны граждан Азербайджана. По ее словам, с целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, обслуживающего зрителей гонок и жителей города, составлен специальный план управления общественным транспортом. В соответствии с ним, на период гоночного уикенда 23, 24 и 25 июня для обслуживания территории вокруг трека некоторые автобусы и станции метро будут работать с 6 утра до 2 ночи, то есть 20 часов в день.